Накануне в Алматы выпало 80% от месячной нормы осадков, сообщили в акимате города. Так, в горных и предгорных районах мегаполиса зафиксировано 34 миллиметра осадков. Из-за ливня в некоторых частях мегаполиса произошло затопление улиц и дворовых территорий. Сейчас основные участки подтопления устранены. Продолжаются работы по вызову насосного мусора из арочных систем. Но, по прогнозу Казгидромет, сильные осадки с перерывами ожидаются в течение ближайших 3 суток.